Повертаємось до вас, і я просто рада представити моїх чарівних гостей. До нас завітала любляча донька Олександра Годун та її просто чарівна, ніжна, мила, найгарніша мама Зоя Паровська. Вітаємо вас! Добрий ранок! Я хочу сказати, що дівчата завітали сьогодні до нашої студії не просто так. Сашенька разом зі своїми сестричками, усією родиною зробили для матусі сюрприз до 8 березня. Ось хочеться у вас запитати, як вам сюрприз? Ось ви вже відійшли, пройшло декілька днів, які відчуття зараз? Відчуття зараз ті ж самі. Ті ж самі відчуття, ті ж самі переживання, ті ж самі удивлення, тому що ці картинки, вони просто пропливають перед очима, і я постійно сміюся, це, звісно, щастя, тому що, звісно, я іноді всплакиваю, але я дуже щаслива, дуже рада. Очень рада. Саш, хотелось бы еще у вас узнать, какие у вас были ощущения, все ли, что было задумано, осуществилось так, как вы хотели? Да, все, что было задумано, осуществилось, даже, мне кажется, больше, чем мы ожидали. Все шло гораздо лучше, гораздо легче, чем предполагалось, потому что все время мы были уверены с сестрами, что мама догадается сразу, потому что она очень быстро раскусить может какие-то вот сюрпризы, а тут до последней секундочки просто она не знала, не верила, поэтому... Сюрприз удался. Девчонки сегодня пришли не с пустыми ручками. У вас есть с собой прянички весенние, замечательные. Да, у нас есть имбирные пряники. Наша любимая такая фишка нашего дела. Вот, в общем, в такой, да, весенней тематике, ну и в частности на 8 марта мы разрисовали. Тут как бы есть восьмерочка, которая символизирует. Она, кстати, переливается. И, да, видно небольшой блестки, такой блеск. Да, сейчас покажем. Видно, нет? Я хочу еще остановить внимание на этих замечательных зверушках, у которых, ну честно, меня удивили реснички. Да, у нас тут зайчики, птички, у них есть глазки, носик, реснички. Вот, ну это, наверное, девочки, которые тоже поздравления ждут. Бабочки у нас тоже переливаются, все празднично, замечательно. Да, вот такие нежные пастельные тона, ну то есть очень такие приятные, радуют глаз, и, ну, кому не жалко, будут кушать. Хотелось бы узнать, сейчас в тренде такие прянички, которые украшаются замечательной глазурью. Какая цветовая гамма пряничков, какие вкусовые качества сейчас на пике популярности? Ну, у каждого, конечно, свои вкусовые предпочтения, но как бы вот эти пряники, наш рецепт, меня часто просят рецепт, но я очень редко его даю, потому что, ну, тогда мы не будем особенными. Вот, они очень вкусные, у них очень потрясающая консистенция, она не делает пряник таким, знаете, твердым и не мягким, то есть они такие классные, они долго держатся, они очень вкусные, там есть специи, то есть имбирь, корица, мед, ну то есть по желанию, конечно, можно добавлять любые, кто что любит в тесто, когда замешивает, но мне этого достаточно, я считаю, что это идеальная такая, самая гармоничная, ну, получается у них как вкус самый классный. Я думаю, что это замечательный подарок для любой девочки, девушки, да, женщины. Да, и на любую, в общем-то, тематику. А цветовая гамма совершенно разная, то есть как любит. Да. Я люблю вот нежные такие. Девчонки, заинтересовали мы наших телезрителей по поводу сюрприза, который вы организовали. Давайте сейчас представим этот сюжет, чтобы телезрители могли в полную силу посмотреть, что же происходило, а вы сможете увидеть, как девчонки готовились. Да. Дивимось. Скільки щирої і безмежної любові в цьому слові, скільки ніжності і турботи ми отримуємо від матерів. Герої нашого сюжету вирішили привітати свою матусю зі святом і віддячити їй за усі тривоги, турботу та недоспані ночі. Отож, знайомимось, Зоя Паровська, любляча матуся та бабуся. Наша мама, вона як фейерверк, не знаю, як фонтан радості. Очень волшебный, чудесный человек. Она, с одной стороны, мягкая, с одной стороны, сильная, с другой стороны, очень строгая, может быть. Несмотря на ее небольшой такой рост, она внушает такое впечатление весомого человека. Мы, дети, вот я, семья, очень важны на первом месте, поэтому всегда придет на помощь.
Нелегко виховувати 4 дівчат, але матуся наших героїнь не тільки виховувала їх в атмосфері любові та довіри, а й насичила їх дитинство яскравими та веселими моментами. Очень много связанных впечатлений с мамой и с морем. Мама очень любит море. Всегда находила возможность, даже в трудные такие времена, найти какие-то путевки, чтобы съездить нас оздоровить, своих деток, и самой отдохнуть. Много брызг, много смеха. Она очень звонкий такой человек. И даже одна забегала, но еще мы любили тоже рядышком с ней или там хвостиком за ней. Заручившись підтримкою програми «Новий день», дівчата розпочали операцію «Подарунок для мами». За легендою, Зою Михайлівну запрошено до участі у зйомках сюжету для ранкової програми. Ми підготували подарок для неї. Це как бы вот частичка, ми затронемо частичку її мечти, которая, ну, можно так сказать, конечно, несбыточной, вот, потому что ну, не всегда вот наши мечты сбываются. День сюрпризу настав, і наша героїня прибула на зазначене місце зустрічі. І поки наш режисер відволікає її розмовами, команда «Нового дня» разом із сім'єю Зої Михайлівни прибули до Миколаївського коледжу культури та мистецтв і взялися за останні приготування. Вона любить, вона підтримує, вона розуміє, ну, несмотря на всякі там, ну, мої, як би, вот, вона завжди рядом. Це той чек, на який можна завжди прийти. Пожаловаться, рассказать, она может, ну, как бы дать совет, поддержать. Бабушка всегда веселая, ну, по-моему, я не видел ни разу, чтобы бабушка грустила как-то. Всегда есть у нее, ну, какие-то смешные истории, всегда поднимет настроение. И ось ключевой момент настав, и казка для нашей героини настає саме зараз. Почти каждая девочка хочет быть Золушкой и, или принцессой какой-то, или выходить замуж и ехать в какой-то такой карете. И я когда сюда села, я это вспомнила, и мне, ну, очень здорово сейчас. Я не знаю, сколько мне лет. Наверное, не знаю, лет 7-8, наверное, внутри сейчас. И кажется, что все мечты, они, которые вот есть во мне, они еще все впереди, все сбудется. Вот это здорово, наверное. У меня столько мыслей летит, что я не успеваю, наверное, даже их поймать. Они проносятся, и очень много радости. Але на цьому пригоди нашої казкової матусі не завершуються. І на неї вже чекає галантний кавалер, який супроводить її до мрії. Тут моя дитина вчилася. І ось ми вже наближаємось до кульмінації. Зоя Михайлівна мріяла стати балериною. Саме тому студенти коледжу культури і мистецтв приготували для неї незабутній виступ. Сделать, чтобы ты себя Золушка почувствовала, балериной. Мы тебя очень любим, очень ценим. Ты наша самая лучшая, самая неповторимая. Ни у кого такой мамы нет. Это такой маленький сюрприз от нас для тебя. Спасибо, девочки, спасибо. Руки, девочки, не уходите. Я хочу вас тоже обнять.
подарок. Давай же мне, давай же мне. Семи. Коробка. Ой, Йова, Йова. Героиня вражена. Вона не очікувала такого сюрпризу. Ничего не ожидала. И для меня все... Я сейчас нахожу какие-то слова, но... Этот сюрприз удался, одним словом скажу, потому что я ничего не понимала, не догадывалась, я только одно думала. Да, Саня, я тебе перезвоню и расскажу, что это было. Но я еще хотела, мне просто хотелось послать смс-ку одним восклицательные знаки и очень много многоточия, потому что я не ожидала. И это был такой сюрприз, который я просто вас, все женщины, мотивирую. Идите в сюрпризы. Может быть, сначала страшно, но очень здорово, весело, хорошо и радостно. Радуйте своих близких, даруйте им незамінні хвилини счастья та радости и насичайте їхні сірі будні яскравими барвами життя. Ну що ж, ми повертаємося до студії і дійсно показують нас, але варто показувати героїв цього сюжету. Які ваші враження? Я розумію, ми чули це все, всі коментарі, але хотілося б від вас ще раз почути, щоб для наших глядачів. Куди треба йти, щоб той сюрприз був? Куди треба йти? В життя треба йти, мабуть, я по-русски буду говорити. Мабуть, просто потрібно радуватися кожному дню. Несмотря даже на этот дождь, который идет, и несмотря на то, что серое небо, внутри тебя должно быть, наверное, свет, цветы и ожидание этого сюрприза. Если ты его ожидаешь, то тебе Бог даст больше. Я это точно знаю. Вообще, вот какие были впечатления, потому что на кадрах мы видим, что не было вообще даже догадки о том, что... Мне понравилась фраза, я думаю, напишу ее, потому что, чтобы представить, что тут было. А какие были потом вот эмоции? Эмоции, они еще не были, они еще есть, я не знаю, когда они остановятся. И они, конечно, эти все сюрпризы, они поднимали мысли и благодарности к Богу, потому что всю жизнь Он меня учил, и я просто очень рада. Я как ребенок это все воспринимала, но я понимаю, нужно это делать сразу, когда ты чувствуешь внутри, нужно делать. Если Бог просит, чтобы ты попросил прощения, ты иди делай. И ты не будешь ходить ни в каком угрюмом состоянии, у тебя будет радость от того, что ты попросил. И тогда ты увидишь, ну, действительно, ростки будут мгновенно, потому что ты не ожидаешь, что за этим стоит. И каждый раз вот ты радуешься, идешь, делаешь, даже, может быть, тебе тяжело, но тебе тут же какие-то сюрпризы ожидают. Подарки, награды. Да, да. Я думаю, что самое главное – это светящиеся, горящие просто глаза счастья. Для вас, я думаю, это самое главное для детей. Поэтому, чтобы продлить ваши эмоции и счастье, мы дарим вам это видео. Можно будет спасибо смотреть его большое. Постоянно, пересматривать. Спасибо. Ну, а всем телезрителям, ну и вам, конечно же, предлагаем посмотреть один еще видеоролик, в котором мужчины рассказывают, как же женщины повлияли на их жизнь. Спасибо. Давайте посмотрим. Повертовуюся до студії. Ну і що ж, хочемо сказати дякуємо усім за те, що були сьогодні разом з нами. Адже сьогодні був насичений ефір. Впродовж 2.5 годин ми спілкувалися з жителями міста Миколаєва, які вітали жінок. І дійсно, вже розпочинаючи з п'ятниці, хоча до 8 березня ще є декілька днів, вже починайте радувати своїх жінок. А я хочу сказати Вітюню і тобі дякую за те, що створив сьогодні у цьому ефірі дійсно святкову атмосферу. Привітав усіх жінок нашої телестудії. Мене особисто нам дуже приємно. Дякую вам за те, що ви є. Ну і дякуємо, звичайно, що нашим гостям, які сьогодні завітали. Сподіваємося, що це не остання зустріч. Я завжди це кажу і бачу, що все таки виходить. Дякую вам за те, що ви є, цінуйте один одного. І ви, дорогі телеглядачі, також цінуйте один одного за те, що ви є один одного. З вами сьогодні були Інна Савіцька. Ти не пам'ятаєш мого прізвища? А, пам'ятаю, пам'ятаю. Я просто ще хочу також представити, що була також Олександра Годун, любляча дочка, і Зоя Опоровська, мама чотирьох доньок. А я ось так, сказати... вони показують вам серце, дійсно, любіть один одного. Я хочу сказати, що також сьогодні вас вітав з 8 березня, з прийдешніми святами Віктор Дяченко, справжній і галантний кавалер нашого телеканалу.